Приветище! Спустя годы, ёкарни баба, я добрался до Питера Паркера. Вначале я прошел Майлза Моралеза, а теперь Питер Паркер. А должно было быть все наоборот. Ну, короче, можно обозвать меня засранцем, что так долго ждал этой игры. Ну, вот она, в принципе, есть, так что можешь сказать, что я молодец. Можешь назвать молодцковым засранцем, можешь меня назвать. Так, домашний кинотеатр. Какой в топку я в наушниках играю? Вы что, сбалделишь? Сейчас посмотрим на ветерана. Питер Паркер — это все-таки ветеран. Питер Паркер, ему уже, наверное, лет... Да ему дофига лет. Ему, наверное, лет 60 уже, как комикс написали про Питера Паркера. А Майлз Моралес — это новичок. Он недавно появился. О, паучок. Паучок-старичок. Он сейчас меня укусит. Это мои тетя с дядей. Это мои друзья. Мои штаны. А, нет, это не штаны. Конечно же, я рисую, разрабатываю новые штуки для пускания паутин. Вот они лежат. Микросхемы, в которых я постоянно ковыряюсь. Какие-то секретные журналы. Энергетические батончики, которые я жру тоннами. Мой шлем трикотажный, в который я встраиваю визоры. И, конечно же, суперзлодеи, которых я ищу, чтобы размотать. 8 утра. А, так я сплю. Ну, конечно же, 8 утра. Все нормальные люди спят. Чего? Фиска? Мне показалось, он сказал «башня сиська». А это башня Фиска. О, у меня даже тостер смарт. Смарт-тостер. Попахивает, да? Потничком пахнет. Он так сделал руками, как будто револьверами стреляет. Моя масочка. Стряхнем стариной. Пускай Майлз Моралес отдохнет. Тот дверь постучался. Питер, оплати счета. Да блин, какие счета, у меня там важные дела, я герой. Ага, спецназ прибывает к башне. Все, полетели, пора, погнали. Не-е-е. В топку людские рутины. Счета потом оплачу, нужно мир спасать. Юху, ва, балдежно. Ну наконец-то, прыгаем. Мью. Раскачиваемся. Снова спрыгиваем. Вау. Ну, роскошно. Ну, это мы в Нью-Йорке. Вот это я понимаю. Блин, у меня такого впечатления от Майлз Моралеса даже не было, когда я за Питера поиграл. Так, значит, чтобы прыгнуть... Понял. Давай. Вот так вот. Еще. Отлично. Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Значит, на Таймс-сквер. Окей. Мое сине-красное трико направляется туда. Вау. За вертолетом. Я так понимаю, что это новостной вертолет, и мы летим именно за ним. Он нас приведет прямо к разбою. Ну, я, конечно, как истинный Человек-паук, соседский, дружелюбный. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. На настоящую работу. А это так, это хобби. Спасать мир — это хобби, понимаешь? Никогда супер... А, кавалерия прибыла. Никогда супергеройские всякие темы не были работой. Запомни это. Ох, ё-моё. Да там бы полицейские в решето превратились. Вы что там, такие снаряды летят. Кино. 10.32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом. Вот это кино. Пора пробивать. Кого? Дно? Дно пробивать сейчас будете или что? Пора пробивать.
Давай, кого? А куда они дели? Ох, ни хрена себе! И как никто не погиб? Фантастика. Странно, что от взрыва там... А, не, окна повылетали вроде. Чувак, обернись. Ха, лошара. Держи его. Кто заказывал двойную порцию тяжких телесных? Хопа. На значки паучьего чутье, мигающие над головой. Потом разберусь. В топку обучения. Я и так супергерой, разберусь. Хоп. Оп, оп, оп. О, вон там вот что-то могу. Давай. Вон там вот. Оу, е. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Красава. Хорош. Туда кидай. Пойдет. Даже никто не ударил. Здорово, парни. А вы что забыли? И отклонитесь. Я отклонился. А теперь многоразовые снаряды полетели. Блин, у меня зарядка кончилась, надо перезарядиться. Вау, 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 вау. У меня паутинка кончилась, подождите, ребята. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил, а вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Вау, четко было. Че, готово, все? А ты откуда появился? Так, Юрий, готово. Что происходит? Видел, полицейский из асфальта выскочил просто из ниоткуда. Юрий? Юрий! Юрий? А кто такой Юрий? Это женщина или мужчина? Юрий. Полетели за вертолетом. Поднимет шум. Фиска, я иду за тобой, сосиска. Как обычно, смотри, новостной вертолет летит в самое пекло. Конечно же, ему нужно топовые новости делать. Хайпить. А вот и башня Фиска. Интересно, тут какой-нибудь суперзлодей появится сейчас, нет? Типа носорог. Не, носорог был в Майлзе. И закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Все-таки ну, это тетка. Тогда... Начинай. Да. Пока я с ней по телефону болтал, я все-таки сомневался, мужик это или тетка, но это тетка. Нифига себе, они со всех окон пылят по мне. Берегись! Приветики! Эй, ты куда это? Ха-ха! Рожей в окно. За мной. Уходи, паук, мы сами справимся. Мы сами справимся, да конечно. Вау! Шкалу концентрации надо заполнить. Чем длиннее ваша серия атак, тем быстрее накапливается концентрация. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Получай. А, спасибо за поддержку, ребята. Какой-то воздух побил сейчас ногами. Че за фигня? Ха-ха. Ой, я отхватил по жбану. Вот она, некомфортная рабочая среда. Так, ребятки, подождите. Подождите. Ай-яй-яй, запрыгивай, паутину пускай. Давай, полетели. Ова, ова. Че я делаю? Я не знаю, что я делаю. Через ноги, хорошо, красавчик. Уходим. Валите его. Да я сейчас вас сам завалю. Ну как, оглушу. Я никого не убиваю. Я же добрый человек-паук. Черт, у меня здоровье как-то не ахти. Я сейчас могу огрипсти. Ух. Полная концентрация. Что мне делать-то теперь? Чё жать, как, где обучение? А, подожди, вот, стоп. А как мне восстановить? О, отлично. Все, восстановил здоровье. Четко. Это полицейский, да? А чё вы в меня стреляете? Чунгачкуки. Все, мне дальше, походу, надо. Куда? Налево. О! Стой. Нифига себе, как патроны-то знатно так отнимают. Здоровье-то мое. Паучье. Ты все? Лежать, говорю. Что это за дерьмо? Это паучье дерьмо. Готов.
А вот теперь вы решили написать, что делать концентрации, да? Чтобы больше концентрации, вы накапливали, тем больше здоровья восстанавливаете. Окей. Я уже сам разобрался, как здоровье восстанавливать. Опоздали вы. Ловите. Опа, здорово. Да? Да ты что? Ну давай. Один на один. Блин, я хотел вас сбросить, но не получилось. Готово. Привет, парни. Давно не виделись. Опа. О, знаешь, что я хочу сделать? Сейчас я тебе покажу, что я хочу сделать. Блин, не получилось. Этот гад помешал. Да ты не того схватил. Я хотел с лету в него паутиной и пульнуть и притянуть. Так, концентрация. Восстанавливаем мне здоровье. О, ты еще жив. Наверное, тебе попробую. Вот так вот. О, вот что я хотел. Кажется, это все. Ты уверен? Вперед, вперед! Минус Л. Лифты! Лестница! Л, это что такое? Лофт? Нет, 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 нет. Я предпочитаю более прямой подход. Подвал, наверное. Пока тут Человек-паук спасает мир, я рассуждаю о том, что такое буква Л. На лифте. Потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Видел у Юрия какая фамилия? Звонок от Мэй. Ватанабе. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Противник, это же выход. Мой выход. Удачно я закончил с ней болтать, с бабушкой Мэй, потому что тут такие взрывы и выстрелы. Ну чё, парни, я иду к вам. Повеселимся. Человек-паук. Это я. Пришел к вам в гости. Кто-то меня там ненавидит, а я так люблю. Ох, на лету. Ой, хорошо. Хорошо досталось. Опа. Чё ты там сказал? Кто сказал отрубить? Полная концентрация, подожди. При полной шкале концентрации вы можете мгновенно добить врага. Как это сделать? Я хочу добить врага. А, во! И как это может хорошо закончиться? Это как в Майлз Моралесе. Это я помню. Боссу нужна твоя башка. Ну попробуй оторви. Вначале тебе маску надо будет снять с меня. Ух ты. Так, что-то вас тут много. Готов? Пью! Тряханем стариной. Через ножки, подножки. Блин. Так, надо. Что-то вас слишком много опять. Вот так вот. Жалеете, что занялись этим? Я вообще ничего не жалею. А вот эти парни явно пожалели. Готово. Вроде надо бы. Найти серверную, пока улики еще там. Так погнали наверх. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Стелс. Сейчас будет стелс. А, через верх, да, наверное? Тут веншахта есть? Где веншахта? Веншахта. Дверь не откроется, поэтому... Блин, ну по стенке ты чуть не лезешь. Вот, полез по стенке. Должна быть вентиляция. Так и я про то же. Так и я про то же. Подожди, подтянуть что? Подтянуть где? Наверху. А, вон она. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда стирают свое трико. Но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу. О, хорош. Они такие милые, когда беспечные. Так, мне кажется, мне в ту сторону. Да, точно. Мне именно сюда. Пока не палимся. Тихонечко, тихонечко. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Техподдержка. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мне достается? Давай. Удаление еще не завершено. Вы даже для сисадминов слишком грубые. О, вот этот стеллаж давай подтянем.
Ё-моё, ё-моё, а ну иди сюда. Готов. Фух. Давай подхилимся чуть-чуть. Хочу спасти хотя бы остатки данных. Бегу. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Какая у него большая рожа. Чтобы его показать, нужно 1000 телеков. Выломайте дверь, живо! Куда ты побежал? Он такое ощущение мимо меня хотел пробежать. Хопа! Хопа! Но это я тоже уже умел. Ну что, вы меня обучаете тому, что уже я знал. Я многого добился вообще. Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброс этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты. Ну вот, конечно, я. Я всегда во всем виноват. Ты славно потрудился, Фист. Что делаем? Мне почти жаль тебя. Как-то так я в тебя паутины выпустил. Вон что того ж, надо. Идем к основному действию. Черт, давай, да. Паутина опять кончилась. Ну, ё-моё. Готово. Так, все, валим отсюда. Ты тут повиси, ага. Только не сикай в трусы. Кажется, мне наверх. Взрыв только что. Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Блин. Убить его, или босс убьет нас. Иди сюда. Любишь фейерверки? Их у нас больше, чем ты думаешь. Да ты что? Куча фейерверков. Я, конечно же, люблю фейерверки. Так, не стреляй в меня. Тебе нельзя в меня стрелять. Кажется, это все. Фух. Вот как так? Да, я вроде паутина, не пытаюсь их убить, а они в меня стреляют. Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним. Мы найдем бомбы. Ладно, тогда и наверх. Кто-нибудь! Все на выход! Всем покинуть здание! Ух ты, ух ты, ух ты. Сейчас что-то поднимать тяжеленькое будем, да? А, нет, просто додвинем. Да я бегу. Я бегу, я найду. Я все, все сделаю. Так, люди, давай просканируем просто. Наверх, скорее всего, надо будет куда-то. Нет, наверх не надо. Куда же мне тогда надо? Черт подери. Сюда? Вон туда, вот там веншахта, я вижу ее, вижу. Так. Вот это что такое? Что это? Что-то там могу взять? А, огнетушитель. Чтобы просто его убить об стенку. Веншахта, веншахта, здесь не пройти. Блинский. Давай еще лазер. А, так подожди, вот. А, ну я тут был, но тут не было прохода. Да, я тут был. Веншахта. Вот эту не подтянуть. Она с другой стороны. А как мне туда пробраться? Что-то я тупника свалил. Свалил. Схватил. Попить какого. Тут не пройти через огонь. Просто у меня бы сейчас трико сгорело, если бы я через огонь ходил. Но мы же в игре. Где-то что-то здесь должно быть. Я долго буду тупить? А ну вот. Не вылезти! Мы застряли! Иду, иду, иду. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен, ясно? Да они... Их придавило, как они будут помогать? Им там ребра передавило, ноги передавило. Ох, нифига себе. Я надеюсь, что взял запасной трико, а то... После такого... Красавцы, смогли выползти. Должна будешь. Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Ох уж этот Фиск. Такой здоровый амбал, и его поймать не могут. Врачей сюда, срочно! Попытаюсь.
Вау. Красиво. А, так это гранатомет, ну понятно. Ложись! Я к тебе по-быстренькому вот так вот. Хоп, хоп, хоп. Давай полетаем. Тут еще кто-то был? Кто-то, по-моему, в меня стрелял. Или мне показалось? Или мне показалось? Нет, тут вроде бы... А, о, он еще жив! Ты че? Стой! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Ух, успел. Так. Я не то делаю, подожди. Ау, вот это мне досталось, конечно. Давай обратно. Впрял в пуканище зрители, все. Я что-то думал, как бы, ну, уже поздно думать. Ладно, попыточка номер два. Бывает, бывает. Врачей сюда, срочно! Попытаюсь. А так хорошо шел. А так было красиво. Опа! Опа! И вот, опа! Побаловался и хватит. Прям в костер выкинул. Пусть горит. Еще ракеты! Это уж слишком, нет? Да где он это берет? Давай, еще удар! К стенке его, отлично. Ух! Ладно, я тебя притяну. Кажется, все. Сегодня что, день ракетчика? Да походу, да. Еще один. День ракетчика. Попался. Придавил его дверьми. Нормальненько. Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Хопа, хопа. Вот так вот. Как чел-паук, они бы так не смогли. Мне, походу, вон туда. О, самураи. Они... Прикольно. Ой, не-не-не-не-не-не. У меня на всех хватит. Паутина-то вообще-то у нас не бесконечная. Ты так не говори. Получил. Ты очень серьезно ошибся. Я попался. Это еще что? Че, всех убил, что ли? А, нет. Извиняюсь, я не убил, а оглушил. Так, выполнить удар от стены, ну давай. От стены, сейчас я попробую этот удар от стены. Подожди, не стреляй в меня так быстро. Опа, вот он. Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Я бегу за саперами. Конечно же, чисто. Вроде никто даже не шумит. Цивилизованно открыл двери. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Так это я, подмога. Эй, босс. Ах, вы засранцы. Сейчас вам эта подмога раздат. Так, враги со щитами блокируют. А, понятно, их надо атаковать сзади. Ну, как бы. Опа. Оп. О, отличная тема. Вы все это время спали с Фиском? У меня слишком богатое воображение. Спали списком? Может, они не спали? Итак, ваш или он сказал в паре? А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его вон. Готов? Давай-ка возьмем какую-нибудь штучку. Типа, оп. Хотел что-нибудь кинуть вон в того типка, но... Иди сюда. Еще потянись. Давай я тебя подкину и постреляю в тебя. И вот так вот. Нормально. Только не говори, что ты еще жив. Он еще жив. Да. Ты бессмертный какой-то. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Такой сидит за рабочим столом своим, что-то там
пишет. Стихотворение, наверное, какое-то. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Шуточки за 300 от Питера Паркера. Дефис. Не забудь. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. Ну вот. Ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. Оу. Оу. О, это мне не стоило. Вот этот сюрприз. Подожду нужного момента. Так, уклоняйтесь, я уклоняюсь. Они... Давай, 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 давай. Подожди, давай, ну. Ну что ж ты такое есть, выдрал. Что ты делаешь? Я порчу твое имущество, потому что ты хочешь меня убить. Есть? Вот и не спасло тебя стое стекло. Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! О! Он сам решил это сделать своими руками? О, я могу сделать вот так вот и обратно ему. Ну чё, я сжал треугольничек. Фиска почти невозможно ранить в рукопашку. Используйте паутину. Ладно. Вот, вот тут неплохо. Ой, досталось. Кончилось. Надо перезарядиться. Я не хочу погибать. Ух-ху-ху, а он как меня хватает-то. Нифига себе. Ну нифига себе. Опа. Уходим, уходим, уходим. Давай. Оу! По жбану. Это больно. Настырный котенок. Подожди, скоро все кончится. Уходим. Что делать? Мне бы за что-нибудь зацепиться. Оу! Оу! Где я? Я потерялся. Ох уж эта камера. Так, мне... Ой-ой-ой. Хорош. Таких люлей я еще не получал. Хо! Сквозь стену. Я вроде на Супермен не похож. Да и ты тоже. Виноват во всех бедах этого города. Ну да, ну да. Галстучек у тебя фиолетовый, зачетный. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать. Окружить. 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 Где мои суперспособности? Да он как носорог, вот реально. Ему костюма только железного не хватает. Так, ухожу, ухожу, ухожу. Пока разберусь с вами, ребятки. Идиоты! Вас очень слишком... Оправдания мне не нужны! А, они еще набегают. Короче, надо с ним биться. Нет, я сам справлюсь, кретины! Ай, получил... У-у-у! Ну и где же подкрепление? Черт, еще и стреляет. Валим! Ой-ой-ой-ой-ой. Не зарывайся, мальчишка! Нифига себе. Подожди, дядя. Не суетись. Я валю, я валю. Мне надо подхилить свой попец. Сколько ему по жбану-то можно уже бить? Ой-ой-ой. Ой, он меня ушатал. Ничему не научился. Да как ничему не научился? Чё? Я 5 лет в институте учился. И 11 классов закончил. А, не, в Америке 12, по-моему. Все в атаку. Парни. Пистолет. Вот это мне прилетело жестко. Почему я тебя не увидел с пистолетом, а?
Я сейчас могу таких жестких отхватить. Да, Полин, да что ж ты будешь делать-то? Почему ты не прыгнул? Лечение. У меня нет лечения. Я все просрал. Все просрал на свете. Опа, через подножку. Через ножку, подножку ушел. Да, блин, меня обычный чел вырубил. Это смешно. Как я прилег. Отдохнуть. Я понимаю, если босс меня вырубит, но вот обычный чувак, это как-то позорно слишком. Все, третий раз, давай, собрались. Подальше. Где пистолет? У кого пистолет? У кого пистолет? Надо вырубить пистолетчика. Нифига себе, с трех сторон. По роже прилетело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я про того босса забыл опять. Не-не-не-не-не-не-не. Ну давай. Опа. Ух ты ж. Ух ты ж, опять жопа. Вот пестик кто-то достал. Так, босс где? Он сейчас будет меня кидать? Нет, обраточка. Ё-моё. Надо этих ушатать. Ух, успел. Опа. Опа-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 па. Паучок в цирке. Не достанешь? Ух, близко было. У меня аж пятая точка сжимается. Стоямба. Там еще один твой чувачок есть. Где этот чувак? Вон он, с пистолетом. А, он еще и с пистолетом. Да плохо. Пойду-ка разберусь с ним. Да, блин, по хребту. Неудачно. Быстро разрывает паутинку мою. Уходим, уходим, уходим. О, ворот. Опа. Убегаем, 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 убегаем. Ну давай. Хорошо, что он относительно медленный. Но если пропустишь, то будет очень плохо. Ух. Ух-ух-ух. Ой-ой, заломал меня. Ворот. У-у-у, полетели вниз. Хорош, что увернулся. Я профукал? Нет, я профукал этот момент. Хотя я жал. Но не так жал, как надо. Поэтому профукал. Готово. Полетели. Лупим, лупим, лупим в полете. И мы летим на L-этаж. Кажется, я его поймал. Так, что насчет поцелуя? Фу. Ладно, в другой раз. Ну хорош, хорош. Поймали такого жердяя. Пиджачок порвался чуть-чуть. К народу вышел не в красивом виде. Ай-яй-яй. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе. Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главный поверженный Кингпин. Конец эпохи. Какое стоит отпраздновать? Может, отпуск возьму? Точно. Давай передохнем. Отпуск возьмем, все дела. Уровень первый. Увеличение здоровья. Вот, вот хорошо. Одно очко навыка. Надо прокачать. Давай дерево навыка посмотрим. Так, значит. Давай посмотрим дерево навыков. Так, значит. Вы повысили свой уровень. Очки навыка даются. Выполняете задание. Все понятно. Инноватор. Что это дает мне? Бросок на паутине. Ну-ка. О, классная способность. А вот это что? Идеальное уклонение. И вот это у нас удар с раскручкой. Раскачкой. Раскручкой. И вот это хочу. Вот это вкачать хочу. И бросок открылся у нас.
Это у нас пока не прокачать, потому что нет у нас больше ничего. Ну вот, собственно, и все. Я отправляюсь на отдых, заслуженный отдых. Увидимся с тобой в следующем видео. Так что, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под этим роликом, подписаться, если ты еще не подписан. Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Черт. Меня вызывает на работу. Ну, короче, ты понял, что надо сделать. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. И все, я могу закончить. И увидимся в следующем ролике. Так что, в следующем ролике. До встречи, короче, все.